Доброе утро! Я Ольга Будко. Вы смотрите рубрику «Дочки-сыночки» на телеканале «Хабар». Я напоминаю, что мы с вами учимся организовывать детский день на карантине по принципу чередования видов деятельности на совместные с вами дела и его самостоятельную активность. Итак, на очереди игровая деятельность. Вариантов совместных с ребенком игр много. Тут затруднений возникнуть не должно. А вот во что предложить поиграть ребенку самому, пока вы чем-то заняты, мы сегодня и поговорим. Если у вас есть конструктор, то достаточно просто дать ребенку идею. Например, построить порт для летающих тарелок или салон красоты для котят. Но вполне можно обойтись и без фабричного конструктора. Используйте все, что есть у вас в быту. Коробки из-под обуви, стаканчики от молочки, пищевые контейнеры и даже рулоны туалетной бумаги. Зря, что ли, мы ими запасались. Чтобы игра с бытовым конструктором не превратилась в бытовой бардак, ребенку нужно поставить цель. Ну, например, ты строишь школу для мягких игрушек. Или постройка супергараж с автосервисом для своих машин. Можно построить также отель для животных, трассу для гонок, взлетно-посадочную полосу и мегаполис для пэтшопиков. Правильным и честным будет потом принять работу строителя и уже совместно ввести постройку века в эксплуатацию, то есть обыграть ее. А на сегодня это все. Я желаю вам продуктивной игры. В следующий раз мы поговорим о трудовой деятельности. Она как раз будет актуальна после сегодняшней программы. Пусть все у вас будет хорошо. Увидимся в следующем выпуске.